друзья, это раздавленная собака Белла, у которой было порядка 5 переломов, раздавлен таз, критическое состояние. Ее чудом спасли, вытянули в клинике Мадагаскар и перевезли на сложные операции в Рыжий кот 2. 20 декабря это было. И вот 20 января собачка поехала на реабилитацию, ей предстоит еще одна операция на тазу, и она будет ходить. Это самый сложный проект конца 2021 года, начало 2022. Собачка, напомню, была раздавлена на Закарпатье, ее привезли в Киев, в клинику Мадагаскар, и люди обратились за помощью, чтобы спасти и поставить ее на ноги. Это получилось, впереди еще одна будет операция. Всем огромное спасибо, кто помогает спасать таких животных.